И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Руся. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. И сегодня мы играем на карте Школа Балди, будем убегать, мочиться и веселиться. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Дима, ты будешь спамнить или я? Ну, можно вместе. Давай, давай одновременно. Давай. Ты готов? Да, подожди, сейчас, я еще пока не готов. Так, давай, с первой части сначала, да, поставим? А я буду со всех рандомно ставить. Так, давай, я ставлю уже. Все, первая волна пойдет, да? О, ну да. Ой, блин, вот я ума взял, поставился. Извините, так бывает. Подождите. Вот это мы красавчики. Сразу видно, что мы умные люди. Поставили себе в лицо и умерли. И сразу погибли. Все. Так, ну что? Так зато интереснее, они на карте, теперь можно помочиться. Так, Димас, вот я рядом с тобой, давай будем убегать от них. Я буду поубегать и мочить их, ну не сильно. А, ты будешь их убивать? Конечно, если они будут меня пытаться убить... Все, давай, ты меня охраняешь, а я буду убегать. Ну, иди вперед. Иди, не сыкай, я так 100 раз сделал. А, Диман, там кто-то есть. Блин, Диман, я не смог тебя защитить. Да я и себя не смог защитить. О чем ты говоришь? Ладно, ладно. На самом деле... свои руки. Я проверяю, мощные они или нет, они мощные. О, какой классный дробовик я нашел. Сейчас буду выносить. Мы на раз с тобой одинаково дробовики, да, взяли, как обычно? У тебя такой? Диман, видишь, мы с тобой одинаково думаем, даже дробовики взяли одинаковые. Но у меня чуть-чуть лучше, видишь, у меня ручка не потертая. Да. А, у тебя тоже не потертая. Ну ладно. Ладно, иди, иди, показывай, где они. Показывать? Это, кстати, я в этой школе. О, идет, мочи. Какого фига рикошет в лицо прилетает мне твой? Красавчик, Димас, мне прямо в спину настрелял. Взаимно, взаимно. Так, вот, еще один бежит, давай, гаси его. Мужик, иди сюда. Он подзастрял что-то. Давай поможем ему. Давай, помоги ему отзастрять. Так. Чё орёшь? Орёт, орёт еще. О, вот это мясо. Сзади, сзади. Ого! Нифига себе, что у него за огнемет в руках? Чё у тебя за пистолет китайский? Кто волшебный? Какой-то китайский, с Алиэкспресса. Алиэкспресса. Нормально, 50 долларов. Пойдет. Проверяешь пульс? Да, да, вроде на верочку. Все четко. Диман, мы всех убили. Оживил его таким способом. Так, что, реально всех убивали? Да, все, пора спамнить вторую волну. Ох, вы взлетели, красавчики. Давайте это, ставьте. Ой-ой-ой-ой-ой, это же... Я чуть-чуть, Диман. Пур-пур. Я немножко поставил, и все. Все, я буду отсюда начинать. Нашествие пурпурных челиков. Да-да-да, челиков. Сейчас мы... Так, сейчас мы нормально постреляем. По этому. О, да что? Что там, Димон, сильно валят, а? Да, я возьму помпу какую-то. Все, я их иду мочить. Дробовик, давай, ты же вроде крутой. Блин, говно, дробовик. Винчестер. О, винчестер, вот это уже другое дело. А! Ты что, жестко? Советую, Димас, тебе взять винчестер, он с трех пулей убивает. Че, как терминатор, что ли, недоделанный? Ча, он еще так крутит классно. Я разозлился на них. На тебе в руку настреляю сейчас. Так, у нас ты Бенди или не Бенди? Я нет, лучше, чем Бенди. А я не знаю, ты кто. Диппер. А, я Диппер. А где это, Чпокемон? Где ты, где ты? Ого, кто-то стену простреливает. Да я. Я разозлился на них. Что-то... Смотри, Дима, что это за тряпки лежат? Протирать. Понял? Так, Диман, я очищаю карту и спамню еще. Ты готов? Давай, я тоже поспавню с тобой. Димас, что ты сделал? Я не специально! Я не специально! Они меня окружают. Я буду на улице сражаться. Куда ты идешь? Очень тесно. Я вокруг школы бегаю. Во, вижу вас. О, манглихи идут. Диман, помогай! Нашествие манглих! Помогаю. У меня вон какой офигенный. Ты какая умная, ползает. Че она когда умирает, встает? На-на-на-на-на-на-на. Класс. Класс, пацаны. Крутое мясо. Так, все четко. Как-то ты что делаешь так нечестно? Пулемета буду зажимать. Диман, у тебя не подлагивает, все четко? Лагает этот пулемет такой. Нормально, тащим. Ого, их там! Я что, столько много поставил?
Чё такая слабая? Вот ты смотри. Так, Димон, давай, помогай мне. Да кому тебе? О, у меня есть граната-дрыщалка. Давай, показывай. Сейчас, 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 сейчас. Мужики, держи. Против этих челиков держите. Мало что поможет. Поможет, поможет. О, вот такая граната есть, смотри. Поможет. Блин, ну это самоубийство. Убегать. Побежали. А что такое не взяло? Да. Классно все происходит, конечно. Я буду мстить. Куда ты бежишь? Димон, смотри, что сейчас будет. Сейчас будет эпик. Димас! Димас! Блин, не успел мой взрыв сработать. Вот жопа. Ой-ой-ой-ой-ой, какой взрывчанский. Это удар с космоса. О, а что они тут чамбу танцуют? Давай им поможем. С космоса. О, а что это они тут делают? Держи. Смотри, что чудят. Мужики, все, вечеринка окончена. Он нормально, мы их раздуплили. Круто, круто. Они еще и дергаются. А что такое? А не, все. Это просто такие... Остатки дискотеки, я понял. Остатки дискотеки, класс. Так, давай карту обнулю. А, Димас, ты что, марионеток поставил? Да, это же волна, где марионеток надо... А что они дверь сожрали? Нифига себе, такая банда пришла, съела и убежала. Так, надо вот тут стоять. Какие-то. Сейчас они придут. Я знаю, как от них спрятаться можно. Давай, запрыгивай. Фух. Ребята, запрыгнул, еле-еле. Димон, я иду к тебе. А, они ко мне. А, блин, а. Я испугался. Серьёзно? Блин, да как это? Я иду себе по дороге и не вижу. Я слепенький. Так, прыгаем. О, я, Димон, где глобусы? О, я так, их за окном вижу. Я на улицу. Давай, давай возьмем. Я улицу. Вижу тебя, я вижу. Я иду к тебе. А, марионетка, подожди. Давай помиримся на секунду. Временное перемирие. Я тебя убивать не буду. Наверное. Так, я бегу, все. Димон. А ты налево или направо повернул? Я на улице. Я на улице, гениально иду. Я слышу тебя, иду на Тулган. Я, короче, где тут горка, брусья какие-то. Все-все, сейчас будем качаться. Да. Тут одна марионетка, но она очень приставучая. Она не уходит. А, блин, нет, не в ту сторону пошел. Трется об песочницу, короче. А вот сейчас повернулась. Она, в общем, танго танцует. Я не знаю, что она делает, если честно. Так, Димон, я приближаюсь к тебе. Опа, на, марионетка, а ты меня тут не убьешь. Ты в курсе? О, Димон, я тебе сейчас это, батона принесу, сейчас, стой. Батона? Спасибо. Все, Димон, а тебе этот хлебушка несу с кухни. Хорошо. Будешь хлебушек? А марионетки принесешь? Хлебушка? Не, только тебе. Железного что-нибудь. Димон, я тебя вижу, открой двери. Вон я с хлебом, видишь в окне? Димас, как? Я тебе открою. Так, секундочку, мы сейчас избавимся от этой марионетки. Димон, хлеб немножко не чистый уже, ну ладно. Так, давай-ка посмотрим. Вот, что, кушай. Кушай. Так он в песке сейчас был. Да не, я его обтрусил. Новый вкусный хлеб. А где остальные марионетки? Ты что, их убил? Не, только одну убил, он видишь. А где все? Пошли их искать. Да, пойдем, пойдем. Теперь надо за ними охотиться, а не они за нами. Все, поменялось. А у тебя есть скример или нету? Да, есть, есть. А у меня нету. Так, слышишь? Я тоже ничего не слышу, пойдем. Погнали. Опа, я слышу стрелы. Где-то они должны быть здесь. Смотри, сколько там марионеток. Ого, привет! Чувак. Ого! Взрывай. Ай, больно. Пойдет? Да. Ого! Вот это, Димон, ты бешеный. Еще можно вот так. Ого! Неплохо. Вот это круто, пати нормальное такое. Туса. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!